Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги-партнеры. Сегодня у нас понедельник, 9 число, 17 часов по Москве, с маленьким хвостиком. Минуту мы подождали. Время проведения презентации компании Skyway Capital. Меня зовут Максим. Каждый понедельник практически проходят эти презентации. И прежде чем начать наш сегодняшний разговор, хотел бы уточнить. Слышно, видно меня хорошо. В комнате Мирополис совсем мало людей. И, кстати, последние вебинары там Владимира Умаслова и Алексею Суходою какие-то проблемы вроде возникали. Вообще, если честно, комната работает отлично. Вот. Главное, скажем так, не нарушать некоторые правила работы с этой комнатой. И, в принципе, я считаю, она отвечает всем требованиям, которые необходимы для ведущих вебинаров и для того, чтобы люди просматривали достаточно комфортную информацию, которую им хотят довести. Сейчас я уточню у своего коллеги в соцсетях, слышно ли меня, видно и видно ли экран. Вот. Прошу тех, кто смотрит данный вебинар в соцсетях, просто отреагировать. Поставьте просто плюсики, скажем так, все в порядке. Вот. И что хочу сказать. Наш проект группы компании Skyway, если говорить в целом, существует уже на сегодняшний день более 5 лет. В том виде, в котором мы работаем, да, в том формате, точнее, в котором мы двигаемся, и та платформа, которая на сегодняшний день работает для привлечения инвестиций, это 5,5 лет фактически. С января 2014 года все началось. Все двигается. Раньше мы подробно рассказывали, да, что из себя представляют технологии, мы показывали слайды и так далее. Сейчас действительно появилось большое количество рекламных материалов, по которым можно дать за короткий промежуток времени, там в среднем 2-3 минуты, что из себя представляет та технология, в которую группа компании Skyway привлекает денежные средства и при помощи краудфандинговой платформы, да, на которой осуществляется привлечение денежных средств, финансируется строительство тестового участка, а уже на сегодняшний день нескольких участков, да, где создается путевая структура Skyway. Что это из себя представляет, я включу ролики сейчас короткие, мы с вами посмотрим. Вот. Создается новый вид транспорта, да, то есть транспорта во всех трех сегментах транспортного рынка. Это пассажирский городской транспорт, это пассажирский междугородний международный транспорт высокоскоростной Skyway и это грузовой транспорт Skyway. Охват, как я говорил, всего фактически рынка транспортных услуг, да, и на сегодняшний день достигнуты определенные результаты, проделан огромный объем работы, то есть на сегодняшний день уже мы имеем целый ряд транспортных средств, как было сказано генеральным конструктором Анатолием Эдуардовичем Юницким. Сегодня мы имеем 11 транспортных средств, целый ряд из которых прошел сертификацию. Мы сегодня имеем 5 видов путевой структуры в экотехнопарке, так называется наш центр демонстрации и сертификации, находящийся в Республике Беларусь. Сейчас достраивается 6-я путевая структура. У нас сегодня активно ведется строительство в инновационном центре Skyway, который находится в Эмирате Шарджа, в Объединенных Арабских Эмиратах. Да? И, по сути дела, 4 года назад, точнее 5,5 лет назад, в январе, не было ничего, кроме обещания, скажем так, уверенности генерального конструктора о том, что мы можем создать и продемонстрировать миру, что из себя представляет технология Skyway, да, это небесные дороги, либо струнного транспорта, как это было до момента запуска нашего проекта. И действительно, достигнуты определенные результаты, достигнуты, я считаю, огромное количество успехов, да, ведутся активные работы по внедрению технологий в разных уголках земного шара, осуществляются, скажем так, меры по проведению переговоров и демонстрации технологий, опять же, в разных уголках, на разных континентах. Этим занимаются специалисты нашей компании, находящиеся в Республике Беларусь. У нас есть несколько фондов, один из которых как раз-таки компания Skyway Capital, которая занимается непосредственно информационной работой, то есть ознакомлением потенциальных инвесторов нашей технологии, владельцев долей группы компании Skyway. Сразу объясню, доля – это долевое участие, то есть любой человек может по мере возможности, по, скажем так, возможности, точнее, толщине его кошелька принять участие в развитии нашей технологии, приобрести себе какое-то количество долей из тех пакетов, которые у нас есть, стать владельцами этих долей, да, и при успешной реализации технологии по адресным проектам, которых на сегодняшний день уже не один десяток потенциальных, да, есть уже реальный, как говорит генеральный конструктор. При получении прибыли группы компании Skyway 20, не менее 20% от прибыли будет распределяться между теми людьми, которые владеют теми самыми пакетами долей, то есть поддержали технологии на ранних этапах развития. Всего в 2014 году было предусмотрено 15 этапов развития, каждый из которых подразумевал определенное количество работ, которые необходимо было провести для того, чтобы приблизить момент реализации технологии. То есть это сертификация, демонстрация, испытание струнного транспорта и в дальнейшем выход на строительство адресных проектов в разных уголках земного шара. Всего было 15 проектов, 15 этапов. На каждом из этапов, да, был свой уровень доходности либо дисконт.
То есть отличие, скажем так, стоимости отдельно взятой доли от номинала. За номинал взят 1 доллар США. Сегодня мы находимся на 13 этапе, мы об этом еще с вами поговорим. Соответственно, те люди, которые инвестировали, конечно, на начальных этапах развития нашего проекта, дисконт был заметно выше, потому что и степень риска тех инвестиций, которые делали люди, была значительно выше, чем это есть сейчас. То есть, как я говорю, январь, февраль, например, март, апрель и, скажем так, весь 2014 год, по сути дела, привлекались инвестиции, определялись шаги, где мы начнем осуществлять строительство демонстрационного участка, где будем показывать, что из себя представляет технология. Тогда, по сути дела, были большое количество печатных материалов, большое, скажем так, количество материалов, которые разрабатывал на протяжении 30 с лишним лет Анатолий Эдуардович Юницкий. Демонстрация технологии в начале 10-х годов нашего тысячелетия на полигоне, который был в подмосковном городе Озеры. То есть все лежало в основе того, что был запущен проект под названием Skyway в январе 2014 года. Тогда, как я говорил, сказать было нечем, кроме уверенности генерального конструктора, кроме наработок, кроме, скажем так, целого ряда оценок и экспертного мнения специалистов, целого ряда структур, имеющих прямое отношение к транспортной сфере в Российской Федерации. То есть были заключения там и Института проблем транспорта Российской Академии Наук, и Госстрой России, и Министерства экономики, Минтранса Российской Федерации, да, еще целого ряда, скажем так, министерств и ведомств, которые имеют прямое отношение к транспортной отрасли. Все это было, скажем, в начале 2000-х годов нашего тысячелетия. С января 2014 года были сделаны первые инвестиции. Сейчас, как я вам говорил, мы находимся на 13 этапе, то есть фактически осталось окончание 13 этапа развития, еще два этапа, 14 и 15. Вот. На сегодняшний момент, в том числе, да, и в ближайшем обозримом будущем, по-прежнему будет выгодно инвестировать в нашу технологию, приобретать пакеты долей с достаточно высоким дисконтом, да, то есть там на сегодняшний день от 14 до 60 раз вы можете приумножить то количество денег, которое сможете проинвестировать в нашу технологию. Ну, давайте, наверное, перейдем, наверное, кратко к тому, что из себя представляет технология, где применима технология Skyway, для чего это создано. Ну и будем двигаться по информации нашего вебинара. Она не будет долгой, я постараюсь не надоедать вам, не отнимать просто так ваше время. После того, как мы представим информацию касаемо развития проекта компании Skyway Capital в рамках, скажем, реализации технологии Skyway, можно будет задать вопросы. Вот. На какие-то из них наверняка прозвучат ответы. Я не могу сказать, что я смогу ответить на все 100% ваших вопросов, но тем не менее постараюсь это сделать. Итак, друзья, наверное, первое, на что обратим внимание, это сфера применения технологии, о которой мы говорим, технологии струнного транспорта. То есть это займет ролик где-то 2-3 минуты. Я на время вас оставлю. А вам желаю приятного просмотра. Те, кто смотрит первый раз, возможно, либо пришел восстановить информацию давно, либо на наших вебинарах, можете делать себе пометки, задавать потом вопросы. Комплекс решений Skyway состоит из транспортных, энергетических, биологических, информационных и логистических технологий, объединенных ради общей цели – создание комфортной и устойчивой среды обитания для человека. В основе подхода Skyway лежит инновационная транспортная система для пассажирских и грузовых перевозок. Модельный ряд транспортных модулей включает в себя городские пассажирские и грузовые транспортные средства со скоростью до 150 км в час, а также высокоскоростные аэродинамичные машины, способные разгоняться до 500 км в час. Среди разработанных разновидностей путевой структуры есть дороги разной степени сложности и материалоемкости. Такой подход позволяет подобрать подходящее решение для каждого заказчика в зависимости от стоящих перед транспортным комплексом задач. Все виды дорог могут комбинироваться в соответствии с потребностями. Транспортный комплекс Skyway способен работать в самых суровых климатических и географических условиях, от холодного севера до жарких пустынь и тропиков. Грузовая инфраструктура Skyway подходит для обслуживания логистических узлов, портовых зон и промышленных центров, а городские и высокоскоростные решения способны перевозить пассажиров как в крупных городах, так и в небольших поселениях.
транспортные комплексы Skyway могут служить основой для энергетической сети, в рамках которой будет производиться экологически чистое электричество. С помощью мультимодальной системы, основанной на надежных и недорогих струнных дорогах и современных технологиях, Skyway может решить как локальные задачи, так и глобальные проблемы. Итак, друзья, глядя на этот ролик, можно себе, скажем так, уже четко видеть картину, что из себя представляет данная технология. То есть транспортные технологии второго уровня, эстакадного типа, которая, скажем так, имеет целый ряд преимуществ, которые будут сказаны во втором ролике. Но, наверное, основными преимуществами технологии Skyway является то, что для возведения путевой структуры в разы на порядке меньше требуется материалов, да. Стройматериалов необходимости нет в большом количестве там земляных работ и так далее. То есть вы заметили, что технология поднята над землей, соответственно, не нужно специально строить каких-то мостов и так далее, потому что сама по себе технология можно назвать, скажем так, тем же самым мостом над теми препятствиями, которые могут быть при строительстве путевой структуры. Ну, в принципе, как говорит сам Анатолий Эдуардович Юницкий, да, что из себя представляет технология Skyway, по сути дела, это технология вантового моста, только в вантовом мосту есть, скажем так, полотно, по которому едут, например, автомобили, да, и натянуты прочные канаты. Здесь же эти канаты спрятаны внутрь струнного рельса, вот, который вы видите сейчас на экране. То есть внутри струнного рельса находятся, скажем так, так называемые струны, то есть это прочная, скажем, легированная проволока, да, которая закрепляется, анкируется в анкерных опорах, расположенных друг от друга на расстоянии километра-два и более километров, да, которые... И основные нагрузки как раз-таки несут на себе анкерные опоры, то есть выдерживают продольное напряжение. Запас прочности путевой структуры по отношению к тем транспортным средствам, к тем нагрузкам, которые, точнее, она несет при перемещении транспортных средств, как заявляет генеральный конструктор, от 10 до 100 раз. Соответственно, для разных транспортных средств, для, скажем так, пассажирских, например, транспортных средств разной вместимости, будет использована своя путевая структура. Она, если принципиально говорить о путевой структуре, бывает там трех видов. Это жесткая ферменная путевая структура. Да, на статье одна построена на территории Экотехнопарка в Республике Беларусь. И сейчас строится еще одна, скажем так, жесткая ферменная путевая структура для транспортных средств весом там 30-50 тонн, да, которые будут перемещаться по этой путевой структуре. Есть полужесткая транспортно-путевая структура, скажем так, ее образец тоже представлен на территории Экотехнопарка в Республике Беларусь. Есть провисающая путевая структура, гибкая так называемая путевая структура, тоже, скажем так, образец гибкой путевой структуры, наверное, даже два вида путевой структуры гибкой представлены на территории Экотехнопарка. Вот сейчас первая гибкая трасса строится на территории инновационного центра Skyway в Шарже. Вот. И, как говорил генеральный конструктор на последнем экофестивале, это в сентябре-октябре месяце мы уже будем демонстрировать, скажем так, перемещение транспортных средств по гибкой путевой структуре на территории Эмирата Шаржа. Первый участок будет небольшой, 400 метров провисающей структуры. В дальнейшем сейчас уже идет, скажем так, работа по возведению, как было сказано, 2,5-километровых участков будет 3 трассы, на которых будет показано, что из себя представляют транспортные средства уже следующего поколения, и пассажирские, и грузовые, и для перевозки контейнеров и так далее. Итак, друзья, каковы же преимущества технологии Skyway, да, по отношению, скажем так, к тем транспортным технологиям, которые мы с вами используем ежедневно? Опять же, есть ролик, который вышел совсем недавно. В принципе, опять же, он занимает порядка там 2 с небольшим минут. Думаю, лучше, скажем так, посмотреть этот ролик, чем 10-15 минут. Skyway – это многоуровневое решение, способное преобразить транспортную отрасль и сделать жизнь человека проще и комфортнее. С помощью высокотехнологичного транспортного комплекса, основанного на струнных технологиях, пространство возможностей расширится, а время в дороге сократится. Загруженный трафик больше не проблема. Автоматизированные модули, способные двигаться со скоростью до 150 км в час в городе и до 500 км в час за городом, перемещаются по легкой и изящной эстакаде над автомобильными дорогами.
ранее неудобные для строительства участки земли станут привлекательными для создания новых жилых, промышленных и деловых районов благодаря повышению транспортной доступности. Грузовые и пассажирские модули SkyWay сделают транспорт более интеллектуальным и эффективным с помощью специализированной автоматической системы управления. Инфраструктура SkyWay органично впишется в архитектуру будущего и будет эффективно взаимодействовать с существующей транспортной сетью. Легкие и надежные дороги, расположенные над поверхностью Земли, свяжут деловой центр и жилые кварталы постоянной скоростной линией. В рамках крупных транспортных узлов и промышленных центров SkyWay станет незаменимым, надежным и экономичным связующим звеном производственной цепи. Система струнных дорог – это основа для формирования энергетической сети, работающей на возобновляемых источниках энергии. Строительство мультимодальной транспортной системы SkyWay – триггер развития бизнеса и обеспечение устойчивого роста без ущерба окружающей среде. Итак, друзья, если кратко подвести итоги, то есть преимущество технологии под названием SkyWay над остальными транспортными системами, первое, то что, скажем так, она поднята над землей, высочайший уровень безопасности по сравнению с любой транспортной системой, которую мы сегодня используем, да, то есть здесь нет перекрестков, здесь нет светофоров, здесь нет пересечения, скажем так, транспортных средств, которые двигаются по отношению друг к другу там, под каким-либо углом, то, что мы видим, происходит в автомобильных, скажем так, транспортом, пересечение автомобильных дорог железнодорожным полотном, да. Вот. Что еще хотелось бы отметить, экологически чистый транспорт требует гораздо меньше энергии по сравнению с любым другим видом транспорта для перемещения. Ну и пример, наверное, можно привести какой. Если говорить о высокоскоростном SkyWay, да, там скорости выше 300 км в час, очень важный момент, что если транспортное средство будет перемещаться просто по двум струнным рельсам, которые находятся над землей, будет отсутствовать так называемый эффект экрана. Это та сила, которая препятствует перемещению транспортных средств. 90% всей энергии, затраченной транспортным средством на высоких скоростях, расходуется как раз-таки на преодоление эффекта экрана. То есть действует сила, которая пытается препятствовать перемещению и оторвать транспортное средство от земли, если есть сплошное полотно. Под транспортным средством SkyWay только два струнных рельса и дальше нет этого полотна. Соответственно, экономится, вот уже в этом, да, мы экономим порядка 90% энергии транспортного средства, точнее экономим энергию, да, соответственно, не нужно делать очень мощные электродвигатели. Кстати, на всех транспортных средствах на сегодняшний день стоят электродвигатели. В дальнейшем планируется реализовать систему токосъема, как это реализовано в метро, например, да, это для высокоскоростного SkyWay и для транспортных средств, которые будут перемещаться в грузовом сегменте транспорта SkyWay. На сегодняшний день реализовано, скажем так, вы видели в первом ролике, это Unitrans, то есть это возможность, скажем так, транспортирования сыпучих грузов на расстояние там, до 500 км со скоростью порядка 30 км в час. Да? То есть это можно использовать очень активно для разработки месторождений каких-либо полезных ископаемых, то есть это выгодно тем компаниям, которые как раз-таки являются разработчиками. Еще преимущество транспорта SkyWay, он практически все рельефный, потому что уклон путевой структуры может составлять 15% и более, да? То есть то, что невозможно, например, для железных дорог. Далее, транспорт всепогодный. То есть транспортные средства путевой структуры SkyWay могут перемещаться в условиях сильного тумана, сильного дождя, во время наводнений, да, то, что, скажем так, тормозит сразу всю транспортную инфраструктуру наземную, будь то железные дороги, автомобильный транспорт, самолеты не летают в плохую погоду и так далее, и так далее. Во время существования полигонов в московском городе Озеры на основной рельсе намораживался лед и, скажем, стальное колесо, которое катилось по стальному рельсу, легко выдавливало этот лед с путевой структуры. То есть и даже обледенение, да, в условиях резкого похолодания не является препятствием для перемещения транспортных средств, которые будут перемещаться по путевой структуре, по технологии, разработанной Анатолием Эдуардовичем Леницким. Итак, друзья, то есть опять же, если мы вернемся к тому, что технология, в первую очередь, действительно транспортная, да, но благодаря данной технологии можно будет создавать так называемые линейные города. То есть города, которые могут находиться на достаточно приличном расстоянии, например, от мегаполисов, там 100-200 километров и так далее, но благодаря высокой скорости транспортных средств SkyWay люди могут жить фактически на лоне природы, вот, в тех самых линейных городах и достаточно быстро, за короткий промежуток времени достигать, например,
тех же мегаполисов с целью работы, возвращаться обратно, либо просто путешествовать, перемещаться по нашей планете. Вот что я себе представляю, скажем так, предложение девелоперский SkyWay, я сейчас вам хотел продемонстрировать в следующем ролике, где показана, наверное, суть, что из себя будет представлять линейный город, как он будет выглядеть. Это, по большому счету, недалекое будущее. Поэтому давайте посмотрим ролик и будем дальше двигаться по нашему сегодняшнему выбору. Девелоперские решения SkyWay – комплекс инновационных транспортно-инфраструктурных решений для организации безопасной, комфортной и экологически чистой жилой среды в городских поселениях. Примером такого поселения может выступать линейный город SkyWay. Ключевым элементом линейного города – является наличие транспортной инфраструктуры второго уровня, в которой основные транспортно-энергетические коммуникации расположены над поверхностью Земли. Территория линейного города предназначена для пешеходов, животных и зеленых растений. Благодаря такому решению обеспечивается беспрецедентный уровень безопасности и комфорта. Основные жилые и производственные центры в линейном городе расположены в специальных кластерах, которые соединены между собой горизонтальными транспортными магистралями в единую сеть. Линейный город SkyWay может быть построен на пустынных, заводненных и труднодоступных для строительства территориях, в том числе со сложным рельефом, а также на морском шельфе. Благодаря технологии SkyWay, транспортной технологии в первую очередь, да, возможно строительство вот таких вот линейных городов, в которых люди смогут жить в своих собственных частных домах, да, недалеко в шаговой доступности от них будет так называемое маточное здание, где будет пересадочный пункт, станция SkyWay, да, и люди в шаговой доступности, там 5-10 минут пешком, будут проживать недалеко от этого здания. Здание, кстати, может являться, скажем так, торговым центром, офисным центром и так далее. Плюс с ним будет совмещена, конечно же, станция, пересадочный пункт, то есть из здания может выходить до нескольких линий SkyWay в разные стороны. Соответственно, мечта людей, да, жить на лоне природы, дышать чистым воздухом, она может быть реализована благодаря технологии, которую разработал Анатолий Эдуардович Юницкий, как мы говорим, белорусский, советский, российский исследователь, инженер, изобретатель, который реализует данную технологию уже на протяжении, по сути дела, 42 лет уже, наверное, да, то есть 4 десятка лет он занимается тем, что пробивал одно время, скажем так, стены головы. Сейчас, благодаря той технологии краудфандинга, которая была применена для привлечения инвестиций, и построен тот самый экотехнопарк, который находится в Республике Беларусь, вы в первом ролике видели, да, то есть как красиво выглядит данная территория, на месте бывшего танкового полигона, 36 гектар земли почти. Сейчас там действительно цветущие сады, есть озера, в которых живет рыба, да, и в принципе этот центр демонстрирует то, что тяжелая транспортная технология может быть совместима, скажем так, с экологически чистым местом. То есть транспорт SkyWay, он не наносит вреда окружающей среде никоим образом. Экологически чистый. На сегодняшний день в компании, начиная где-то с мая 2014 года и по сей день, уже более 1000 сотрудников. В мае 2014 года сотрудник был один, генеральный конструктор технологии Анатолий Эдуардович Юницкий. У компании есть уже, скажем так, более 30 зданий, которые являются собственностью компании на сегодняшний день. Да, это активы. Есть четырехэтажные офисные здания. Вот вы видите сейчас его на экране, которые находятся в 3-4 минутах ходьбы невысоким темпом. Вот станция метро «Тракторный завод» в городе Минске.
Есть производство, которое расположено на окраине города Минска в промышленной зоне Шабаны. Вот сейчас буквально достроился очередной, скажем так, цех, в котором будет осуществляться сборка, скажем так, мелкосерийная сборка транспортных средств. Да. Сейчас, скажем так, ведутся работы активные по производственным площадям, на которые будут собираться элементы путевой структуры. То есть строительство идет активным образом, продолжается. Вот так выглядит экотехнопарк на сегодняшний день. Только здесь, скажем так, рисунок этому рисунку на сегодня уже 4 с небольшим года. То, что внизу слева, да. А справа это живые фотографии того, что уже построено. То есть сегодня те из вас, кстати, возможно, есть у нас на вебинаре, те, кто был на Экофесте 2019 года, может быть, раньше. Практически 6 путевых структур на территории экотехнопарка сегодня мы с вами можем увидеть. Одна из них, правда, наполовину построена. То есть стоят, скажем так, анкерные опоры, сейчас заканчивают строительство. Промежуточная опора. Скоро будет устанавливаться фирменная путевая структура. Ну и плюс ко всему у нас сегодня идет строительство инновационного центра Skyway в Шарже. Было проведено большое количество переговоров с арабской стороной. То есть на территории Объединенных Арабских Эмиратов подразумевается реализация ни одного проекта в Шарже. Это также Дубай. Да? И в Абу-Даби будут строиться линии высокоскоростные, на которых будет демонстрироваться транспорт на скорости 500 и более километров в час. То есть за время развития нашего проекта, благодаря тем людям, которые стали совладельцами пакетов «Долей», приходили денежные средства, развивалась наша технология. 32 международные делегации посетили территорию экотехнопарка, наше производство. Да? То есть знакомились лично с генеральным конструктором Анатолием Дарчевым Минским, с инженерным персоналом, с конструкторским персоналом. Благодаря этому технологии Skyway на сегодняшний день знают фактически во всем мире. Велись активные работы по сертификации, скажем так, защите технологий, то есть выдавались патенты. По сути дела, опять же, патенты и сертификаты выданы странами, которые являются лидерами своих регионов. Это и Соединенные Штаты и Канада, это и Австралия, это Китай и Япония, да, то есть это целый ряд стран СНГ. Более 80 сертификатов и патентов было получено, скажем так, за это время. Что еще хотелось отметить, то что начиная где-то с сентября 2016 года, более 20 крупных международных выставок и форумов, на которых была представлена технология Skyway специалистами предприятия струнной технологии, это наше минское предприятие, как я уже сказал, на котором находится, на которое сегодня насчитывает уже более 1000 специалистов. То есть люди получают достаточно высокую зарплату, соответственно, скажем так, деньги идут в экономику Республики Беларусь. Ну и сегодня мы активно, как я говорил, уже продвигаемся на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Итак, если вернуться к теме инвестирования, то есть по технологии мы с вами пробежались, то, как я уже говорил, сегодня мы находимся на 13 этапе. Да, то есть у нас осталось, скажем так, по сути дела, хвостик 13 этапа, третий подэтап уже, наверное, подходит к концу. Еще будет 14 этап, 15 этап, во время которых можно будет, скажем так, выкупать еще пакеты «Долей» на достаточно выгодных условиях. Как только закончится 15 этап, то есть будет привлечена та необходимая сумма, которая нам нужна для окончания работ на территории экотехнопарка в Республике Беларусь, мы сертифицируем транспортные средства и технологии, приступим к строительству в целом ряде государств, то стать совладельцем технологий, как сейчас еще это возможно на раннем этапе, будет нельзя. Те люди, которые на сегодняшний день уже приобрели все пакеты «Долей», либо в ближайшее время их приобретут, в дальнейшем будут иметь то преимущество, что со всех адресных проектов, с которыми будет приходить прибыль, эта прибыль будет делиться между теми владельцами, которые сегодня приобрели себе пакеты «Долей». Те, кто будет приобретать потом, если будет такая возможность, возможно, это будет только в привязке к отдельно взятому адресному проекту. На сегодняшний день дисконт, либо уровень доходности, можно так назвать, да, составляет от 14 раз на минимальном пакете стоимостью $15 до 60 раз на максимальном пакете $150,000. То есть у нас есть целая линейка пакетов, там их больше 10. Как я говорил, что люди по своему карману, по своему сегодня финансовому состоянию могут выбрать тот пакет, который им комфортен, и на основании договора конвертируемого займа стать владельцем пакетов «Долей». То есть технология, как мы говорили раньше, и в принципе никто это не убирал, потенциал, который 30-50% всего мирового транспортного рынка, емкость которого превышает более 8 триллионов долларов США, да, ежегодно. То есть представьте себе деньги. Вот часть этих денег может, скажем так, перекочевать в карманы тех, кто становится совладельцем пакетов «Долей» в проекте компании Sky. Как я вам сказал, оформляется договор конвертируемого займа, и сегодня пока еще любой человек может, скажем, стать совладельцем пакетов «Долей» компании Skyway Capital.
Как я говорил, компания Skyway Capital – это компания, которая работает с февраля 2015 года. Мы провели первую презентацию. Цель работы данной компании – это привлечение денежных средств для финансирования и развития технологий, разработанных Анатолием Эдуардовичем Леницким на территории всего земного шара. Работа информационная. У нас есть информационный отдел поддержки в Москве, работающий на нескольких языках. То есть те люди, которые регистрируются у нас на сайте, получают квалифицированную информационную поддержку по технологии, как разобраться, что она из себя представляет, по тем платежным системам, благодаря которым вы можете, скажем так, перевести денежные средства в личный кабинет, когда вы регистрируетесь на нашем сайте, и в дальнейшем уже выбираете тот пакет долей, который необходим, тот пакет долей, который вы считаете вам комфортен на сегодняшний день. Как что сделать? У нас ребята вас могут совершенно спокойно проконсультировать. Технической поддержки, кстати, которая работает в формате 24/7. На сайте, в личном кабинете можно обращаться по любым вопросам к этим людям. То есть на сегодняшний день возможность стать совладельцем пакета долей, то есть проинвестировать свое будущее, будущее своих детей при успешном реализации нашего проекта. Это очень серьезные деньги. По сути дела, то, что я хотел вам сегодня рассказать. Мне задали вопрос, какие, скажем так, ожидаются мероприятия в ближайшее время. Этот вопрос, я видел, пришел из соцсетей. Да? Что я вам хочу сказать, какие события мы ждем? Смотрите, где-то, по-моему, если не ошибаюсь, с 17 по 20 число на территории Объединенных Арабских Эмиратов будет проходить мероприятие, крупный форум, посвященный, скажем так, развитию инфраструктуры на территории Арабских Эмиратов и транспорта в частности. Да? И я думаю, что специалисты нашей компании будут принимать участие. Не знаю пока в каком виде, будет ли там наш стенд, либо просто будут, скажем так, в заседаниях принимать участие специалисты группы компании Skyway. В ближайшее время, я думаю, об этом узнаем. Единственное, на что хотел бы обратить внимание, речь генерального конструктора, который, отвечая на вопросы, говорил о том, что в ближайшее время мы ждем, скажем так, подписания контрактов на сумму там, до 10 миллиардов долларов США. Возможно, это будет происходить как раз-таки благодаря данному событию. Я не утверждаю это, но, может быть, на этом мероприятии будет дан старт, скажем так, и тем проектам, о которых мы говорили давно. Вы знаете, да, то, что на территории Дубаев предусматривается, скажем так, строительство транспорта второго уровня протяженностью 15 километров, там будет 21 станция, скажем так, и как раз-таки, возможно, вот на данном мероприятии мы и узнаем все, да, которое будет проходить в Объединенных Арабских Эмиратах. Что касается компании Skyway Capital, если вы задавали вопрос и в этой привязке, то могу сказать, что в ближайшее время будет проходить мероприятие в Испании. Это можно найти в личном кабинете, например, в разделе «События», международные конференции, нажимаете на русском языке, там на испанском языке размещена информация о том, что в Испании будет проходить конференция. В Грузии, в Тбилиси будет проходить мероприятие. Я знаю, что в ближайшее время намечено еще, по-моему, 3 мероприятия. Это будет Вьетнам, это будет Латвия, но для лидеров, да, которые развивают бизнес Skyway. Кстати, любой из вас может создавать здесь партнерскую структуру и получать вознаграждение по той программе лояльности, либо партнерской программе, которая есть в Skyway. Она очень интересная в плане того, что можно создать источник дохода еще до того момента, как мы будем получать доход от тех долей, которые приобретаем в нашем проекте. И будет мероприятие во Вьетнаме, я вам сказал, да, и в Турции. Я думаю, в ближайшее время придет информация, где и когда это будет происходить. Соответственно, данная информация будет отражена внутри личного кабинета, как минимум, компании Skyway Capital. Далее, что касаемо ссылок, вот Марина спросила. У нас есть новость в разделе «Новости» на сайте Skyway Capital. Вы заходите в нее, да? Новые презентационные материалы. И там 3 ролика. Кликая по ним, вы можете выходить на тот видеосервис, на котором они размещены, и оттуда скачивать данные ролики. Я сейчас просто не делал ссылки, скажем так. Вы можете это сделать на сайте RSV, вы можете это сделать на сайте Skyway Capital. Вот. Есть целый ряд программ, позволяющих скачать себе на компьютер, либо просто скопируйте ссылку из новости, и у вас будет, скажем так, материал для дальнейшей работы, например, с потенциальными партнерами, которым вы можете рассказать о нашей технологии и о той перспективе, которая, в принципе, ожидает любого человека, неважно, где он проживает. Так, какие еще есть вопросы, коллеги? Сейчас я постараюсь посмотреть, что нам из соцсетей пришло. Так, про события кратко я сказал. Откуда взяты такие цифры от 14 до 60 раз? Даниил, вы зайдите в личный кабинет компании Skyway Capital, там есть предложение «Инвестировать» называется, да, и там расписаны все пакеты, которые на сегодняшний день предлагаются к приобретению любым человеком фактически из любой страны мира. Дальше там есть табличка, да, то есть пакет там $15, такой уровень доходности там $30, чуть больше и так далее. Так вплоть до 150 тысяч.
Вот там вы можете найти эти дисконты. Вот. 60 миллиардов долларов на постройку Skyway парка. Вот это я вам не могу сказать, потому что цифра 60 миллиардов долларов, она сумасшедшая цифра. Я не знаю, где вы взяли информацию о том, что Skyway Group перевела 60 миллиардов долларов на постройку Skyway парка. Вы представляете, что такое 60 миллиардов долларов? По-моему, все состояние Билла Гейтса на сегодняшний день, да, это порядка там сотни. Вот. Мы таких денег не собрали. Татьяна, просто-напросто. То есть, и нам всего-то надо было, если посмотреть со старта нашего проекта, порядка 350 миллионов, да, чтобы реализовать все вот эти 15 этапов развития. Поэтому никаких 60 миллиардов долларов на постройку Skyway парка, ну, я такой информации не знаю, до меня никто не доводил из руководства. Поэтому это кто-то, наверное, ошибся в нулях, вот, и либо по-своему интерформацию. Точную цифру, сколько собрала компания Skyway Capital, я назвать не могу, но цифры приличные. Сейчас идет трансляция, Евгений. То есть вот кто-то спрашивает, идет трансляция или запись. Запись будет, но в данный момент идет прямой эфир. А, 60 миллионов долларов? 60 миллионов долларов? Ну, это, извините, да, ошибся, в нулях ошибся. 60 миллионов долларов – это близко, возможно, к цифре правдоподобной, потому что, скажем так, ну, ежемесячно привлекается какое-то количество миллионов долларов. Вот. Сколько необходимо непосредственно, там точные какие-то расчеты и так далее, я не являюсь сотрудником планово-экономического отдела, да, то есть, которые могут дать информацию, куда на что, и сколько на что у нас пойдет при строительстве. Но, возможно, такая сумма где-то и реально. 180 миллионов на ТЭП. А ТЭП это что? Потому что расшифровать аббревиатуру можно, блин, ну, наверное, десятком способов. Транспортно-энергетические предприятия, там еще чего-нибудь. Торговые, блин, эксплуатационные и что-то такое. Поэтому я, к сожалению, пока. Вопросы, когда будет 14 этап? А, ЭТП вы имеете, Экотехнопарк? Все, понял, у вас просто буквы поменялись местами. Вот. Но я не знаю, вложили ли 180 миллионов в Экотехнопарк, может быть и нет. Потому что если вы слушали генерального конструктора, как он говорил, да, то есть мы закрывали этапы там с недофинансированием, хотя если посмотреть по деньгам, сколько на каждом этапе нам нужно было собрать, то я думаю, за 13 этапов мы собрали, наверное, и 60, и, возможно, вот те деньги, которые вы сказали. Потому что дело в том, что вот эти 180 миллионов, если говорить экотехнопарк, это же не только, скажем так, то, что построили в технопарке, это и производство, которое сегодня создано, да, то есть там целый ряд цехов. Это и тоже здание, которое куплено на сегодняшний день в собственность, да, это целый ряд офисных помещений, за которые сегодня еще платится арендная плата, потому что у нас есть офисные помещения на проспекте Дзержинского, у нас есть офисные помещения в здании, скажем так, крупного центра, который находится возле Национальной библиотеки Республики Беларусь, в красивом живописном месте, но это тоже стоит денег. Вот Марина говорит, да, планировалось, а собрано меньше. Возможно, это так. Итак, друзья, еще какие вопросы? Да, я еще раз, возможно, я как бы так в предвкушении отпуска, который у меня начнется с завтрашнего дня, да, и сегодня с цифрами какие-то проблемы, потому что решал еще вопросы с банком, тут полдня звонил и так далее по поводу там карт банка. Ну ладно, это уже дело десятое. Кстати, сразу хочу сказать, что вот следующий понедельник и еще через понедельник вебинаров в 17 часов в понедельник. Ну, именно моего не будет. Возможно, кто-то может будет и другой, если будет принято решение, что кто-то может, скажем так, провести данное мероприятие здесь. Я буду отдыхать, поэтому я точно проводить не буду. Так, а мой вопрос, Ольга, я припозднилась. Касаемо 14 этапа, пока точной информации нет. Было предположение, что после окончания мероприятия в Республике Беларусь мы узнаем сроки, да, когда мы будем переходить на 14 этап, давайте дождемся то, что вот в Эмиратах будет проходить мероприятие, может быть, и по окончании его нам объявят, когда закончится 14 этап. Хорошо? Я точно цифры не знаю, поэтому врать не буду, когда у нас закончится 13 и когда мы перейдем на 14. Так, что-то вот еще мне пишут. Да, как-то я с миллиардами, блин,
Нужно ли десертифицировать, не вкладывать только в Skyway, еще рассматривать проект? Знаете, смотрите, вопрос хороший, да, то есть надо ли еще вам куда-то вкладывать деньги, нужно ли вам развиваться, становиться финансово грамотным и так далее. Если у вас есть такая возможность, я думаю, хуже вам не станет. Да, многие говорят, специалисты от мира финансов, что нужно укладывать яйца в разные корзины и так далее, и так далее. Если у вас будут какие-то проекты, если вы являетесь инвестором именно, да, с точки зрения этой, что есть возможность профинансировать себя самого, там, вкладывать деньги в акции, не знаю, да даже того же «Газпрома», «Лукойла», там, «Роснефти», если вы, например, из Российской Федерации, да, либо каких-нибудь западных компаний IT-сектора, да, те же вот пифы и так далее. Золото, серебро решать вам, потому что, как я знаю, что для того, чтобы на золоте зарабатывать, нужно много вращать, там большие комиссии, скажем так, при получении прибыли и так далее. То есть во всем этом надо разобраться. Криптовалюты, криптовалютные рынки и так далее, и так далее. То есть вам никто не может запретить, да, инвестировать денежные средства в какие-то еще проекты. Если вы это уже делаете, ну, скажем так, это хорошо, когда у вас портфель разных проектов в разных направлениях, которые приносят вам прибыль. В Берлине 2020 я вам сказать не могу. Никто еще не говорил, да, о том, что будем демонстрировать и будем ли мы на трансе. Я могу только предположить, наверное, поедем. Да, у нас как бы каждый день ведутся работы по созданию новых транспортных средств. Вот, и возможно, к тому времени у нас будет линейка сильно расширена, и туда уже приедут какие-то новые транспортные средства. Поэтому посмотрим, подождем информацию, что у нас там планироваться будет на Инотрансе 2020. Я так предполагаю, Берлин 2020, вы это имеете в виду, что это Инотранс. Спасибо, Светлана, то, что вы говорите, отличный проект. Вот. Касаемо там двигателей дуйного, либо что-то еще, опять же, решайте сами. На сегодняшний день, скажем так, в Российской Федерации, например, подписан президентом закон о краудфандинге, да, то есть там перечисляются требования к площадкам, перечисляются требования к проектам, которые могут развиваться по этой схеме. То есть фактически дано добро на уровне государства данную схему использовать. Да? То есть и там могут предлагаться, скажем так, проекты, где люди собирают деньги на начальном этапе в различных сферах. Это может быть IT-сфера, медицина, там, искусственный интеллект и так далее, и так далее, и так далее. То есть раз дано добро, соответственно, я думаю, будут появляться, скажем так, как реальные, так и фейковые проекты. Поэтому нужно быть грамотным для того, чтобы в этом разбираться и не просто разбрасывать деньги направо-налево, да, и обувать кого-то в лапте, скажем так, подводится и юридическая основа под работу данных площадок. То есть, ну, государство стало серьезно к этому относиться. Я думаю, есть целый ряд стран, в которых законодательство, скажем так, и юридически прописана схема работы этих краудфандинговых площадок. Первыми, конечно, были Соединенные Штаты, целый ряд развитых стран. Но вот сейчас очередь дошла и до России в том числе. По поводу московского офиса, я сразу хочу сказать, Рита, вы знаете, вот у Skyway Capital, как такового московского офиса, именно вот как у компании, находящейся здесь, которая оказывает, скажем так, информационную поддержку, нет. Есть у нас региональный куратор, была Наталья Волокжина, сейчас, по-моему, кто-то другой, и у этого человека может быть офис в Москве, и там, возможно, проводятся какие-то встречи, презентации и так далее, и так далее. Всю эту информацию просто надо уточнить. Возможно, через техподдержку на сайте. Если вы зададите этот вопрос, напишите в поле, что я хотел бы уточнить адрес и телефон регионального куратора по Москве, и через какое-то время вам подскажут. Сейчас у меня просто готовая информация для вас, Дмитрий, вот, чтобы я вам сказал, вот, звоните тем-то людям, да, потому что тот человек, который был до недавнего времени, он сейчас сложил себе полномочия куратора, а кто вместо него, я вот не готов ответить так, чтобы от зубов отскочило. Итак, коллеги, если больше вопросов у вас нет, то, в принципе, хочу вам пожелать отличного сентября, да, вот, себе тоже хочу пожелать отличного сентября, надеюсь, скажем так, отдых пройдет активно, весело, интересно, используя для души и тела, вот, вам же хочу пожелать тем, кто развивает бизнес вместе с нашей компанией, успеха в бизнесе, всем хочу успеха нашей технологии, скажем так, и следить внимательно за теми новостями, которые будут размещаться в ближайшее время. Именно касаемо, наверное, все-таки в первую очередь Объединенных Арабских Эмиратов. Хотя на территории экофестиваля прозвучал вопрос от представителей из Бельгии, что там есть африканские бизнесмены, которые готовы вкладывать чуть ли не миллиард в развитие, скажем так, дорог на территории Африки. Ну, случится это, я думаю, расскажу. У меня же на этом все. Вот. Не знаю, было интересно или нет, но тем не менее. Спасибо вам за внимание. Здоровья, любви и денег. До новых встреч на волнах радио Skyway Capital. До свидания.